Хочу всем своим соратникам сделать предложение. Давайте вместе купим этот микроскоп. Этот Верхотурцева нам поможет. Но он стоит хорошо. 300-400 тысяч он стоит нормальный. Да? Ну так поэтому нам надо набрать сотню человек, купицев мы наберем, по 3-4 тысячи скинемся. Да, я буду залогодателем, у меня земля, 550 тысяч участок стоит. Но вопрос не об этом. Я хочу сказать, что передать большое спасибо врачу Зеленскому и Верхотурцевой. Они мне сказали, вот кровь в кровь, смотрите, я стал более-менее разбираться. Моя борьба, я 40 лет борюсь с алкоголизмом. Я ничего не мог сделать с этим алкоголизмом, потому что я не понимал ситуацию. Да, я бросаю пить, и у меня через полгода начинает все болеть, зубы 5-10. Я хочу сказать, сырники, какао, молоко на ночь. Вот. Какао самое первое, что избавление от алкоголя, вот. Башка не работает, все тяжело. Стал пить какао, цена вопроса, 34 рубля. Но лучше, конечно, какао с фуллеренами, там, ну это там, сноску посмотрите, там Михаил Ильич вас проконсультирует. До свидания.